там еще две утки. Сейчас мы их быстренько оформим. Господи, как же холодно, а? Так, 13-я и 46-я. Битва, которую я никогда еще не видел. Уточка под номером 22 и 42. И что же из них будет первым? Давай, давай, давай! Кто у нас тут? И... 22, друзья! 22! Аплодисменты! Раз, два, три! Ну что ж такое-то? Мы сделаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. А, что 13-то? Нам 36-я нужна. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три. Номер два. Номер два у нас пришел последним, друзья. И... Как тебя зовут? Соня. Соня, ты такая взрослая для таких игр. Скажи, пожалуйста, это твоя уточка? Держи, она у тебя счастливая практически, да? Ты, несмотря на то, что, может, и последняя пришла, но победила. Аплодисменты Соне! Не знаю. Так, первое. У нас сегодня уточка пришла под номером 22! О, ты здесь, Ангелина, это ты, что ли? Иди сюда, разворачивайся. Ты сегодня, смотри, и с призами от кинозалов Центрального универмага. И со специальным призом, подарочным сертификатом. Однодневный автобусный тур в аквапарк «Спутник», город Мирный, для взрослого и ребенка. Ничего себе! Ангелина, можно я с тобой съезжу, нет? Там реально круто. Почему решили поучаствовать? Узнали из контакта, прислали приглашение и решили поучаствовать. Дочкам сказала, они сразу согласились, ждали очень этого. Вообще, ожидали, что первые придете? Нет, первый раз вообще выиграли. Никогда до этого не выигрывали. А дочке сколько лет и вообще любит ли резиновые уточки? Она постоянно с резиновыми игрушками купается. Тут очень ждала прям эту уточку. А 4 года ей. Ангелина, ты рада, что ты выиграла? Скажи. А подарки понравились? Сегодня у нас поучаствовали 47 уточек. И, соответственно, все 47 приняли участие. И мы, как обещали, наградили самого первого и самого последнего упорного утенка. Ну, вообще, мы ожидали больше, но я думаю, что поскольку это первый раз вообще проводилось у нас такое мероприятие, я думаю, что для первого раза это вполне неплохо. То есть на следующий год, когда будем проводить, люди уже все равно будут знать о том, что есть такое мероприятие, и поэтому уже, надеюсь, будут более активно принимать участие. Возраст участника начинает от 1 года и 40+, так скажем. Поэтому абсолютно разная аудитория приняла участие, что очень приятно, что и маленькие, и дети, и подростки, и взрослые люди откликались вот на такую акцию.